А сало можно попробовать? Все можно попробовать. Натуральное фермерское масло, сыры из козьего молока, колбаса прямиком из коптильного цеха. На общерегиональную ярмарку свежих продуктов съехались более 100 производителей из 17 регионов края. Минусинские овощеводы привезли разносолы, повидло и пюре из последнего урожая. Птицефабрики снизили цены на яйца к Пасхе. Свиноводческие комплексы разложили на прилавках свежий забой. Первый день работы торговых рядов покупателей очень много. Ой, я пришла, конечно, сюда за яйцом. И кроме яйца прикупила мед, пиргу и конфеты новые. Я их ни разу еще не пробовала. Вот, подошла, думаю, надо попробовать. Количество, качество неплохое, но по ценам, знаете, я посмотрела, можно бы получше, можно бы подешевле. Иногда в магазинах, ну, аналогичная продукция дешевле почему-то. Организаторы парируют цены на уровне рыночных, а иногда и ниже. Главное преимущество такой ярмарочной торговли в том, что производители, как правило, привозят самый свежий товар. В этом году принять участие в выставке продажи приехали поставщики и из других регионов – Новосибирской, Томской, Челябинской областей, Дагестана и даже из-за рубежа – Индии, Вьетнама и Грузии. Самое приятное на продовольственной ярмарке – это продегустировать продукцию. А можно вашего сбитня попробовать? Спасибо. А можно вашими орешками угоститься? Да, пожалуйста. А угостите меня шоколадом, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Это натуральный итальянский шоколад у нас. Дегустационные стойки есть практически на каждом выставочном стенде. Мы, конечно, всего попробовать не успели, а вы обязательно приходите. В соседнем с ярмаркой павильоне проходит форум «Пищевая индустрия» для профессиональных поваров и любителей творить кулинарные шедевры дома. В программе обучающие мастер-классы и лекции кулинаров экстра-класса. В числе экспертов, например, настоящие мастера хлебопекарного дела. На стенде одной из ведущих краевых компаний в этой отрасли дрожжи, смеси для выпечки, украшения. Все, что необходимо для производства ароматного хлеба, аппетитных булочек и пирожных. А всеми секретами вкусной выпечки поделятся специалисты-технологи. Наш центр является не только дистрибьютором ингредиентов для хлебопечения и кондитерского производства, а также является платформой для профессионального общения и обмена опытом. У нас есть свой демонстрационный центр. Там проводят мастер-классы лучшие технологи отрасли, делятся самыми вкусными рецептами. Это как классическая рецептура, так и новинки хлебопечения и кондитерского производства. То, что сегодня пользуется большим спросом. Краевую ярмарку свежих продуктов и форум пищевой индустрии можно посетить совершенно бесплатно. Работать они будут до 31 марта в Красноярском выставочно-деловом центре «Сибирь». Евгения Шелковникова, Андрей Крупнов. Новости.